София Вергара. Сразу три Софии Вергары предстали перед публикой в Нью-Йорке. Впрочем, настоящая из них только одна. Две оставшиеся – восковые копии знаменитой колумбийской актрисы и модели. Сегодня их презентуют в музее Мадам Тюссо. I think that they look hot. No? Я думаю, они прекрасны. Я действительно думаю, что это большая работа, и для меня это честь. Я надеюсь, посетителям музея Мадам Тюссо понравится фотографироваться со мной. Позируя между своими восковыми близнецами, актриса, шутя, согласилась с мнением поклонников, что оригинал все-таки лучше. На одной из фигур костюм героини Глории, которую София сыграла в комедийном сериале «Американская семейка», прославившем ее в США и других странах мира. Роль Глории стала очень важной частью моей жизни. Все, чего я смогла достичь в Соединенных Штатах, это благодаря Глории. Поэтому я захотела, чтобы эта фигура была похожа на Глорию. Позже эта скульптура отправится на экспозицию в Лас-Вегас. Второй же близнец останется в Нью-Йорке. Статуя одета в одно из самых любимых платьев актрисы. В нем она в прошлом году прошлась по ковровой дорожке ежегодного бала Института костюма в Метрополитен-музее. Вот это было специально сшито для меня. Я была в нем в прошлом году. Это платье от Маркеза. В июле Вергара возвращается к съемкам очередного телесериала, где сыграет главную роль. Актриса не раскрывает подробности фильма, но говорит, что будет очень много юмора. Это будет смешной фильм, потому что мне нравится делать все с юмором. Восковые фигуры Вергары присоединились в двух музеях Мадам Тюссо к копиям других знаменитостей, таких как Барак Обама, Анджелина Джоли, Уитни Хьюстон и так далее.